игра на ощупь. Звенящий мяч, широкие ворота и абсолютная темнота. В малом зале универсального комплекса Подмосковья прошел ежегодный открытый турнир городского округа Щелково по голболу «Единая лига Подмосковья». Голбол – паралимпийский вид спорта для людей с нарушением зрения. Его придумали австриец Ганс Лоренсен и немец Запрайндле в 1946 году. Создан он был с целью помочь реабилитации солдат, потерявших зрение во время Второй мировой войны. Сейчас в него играют свыше 100 стран мира. Командная игра. Играет 3 на 3. На стандартной волейбольной площадке 9 на 18 метров. Ворота во всю ширину площадки 9 метров в ширину, 1,30 м высотой. На площадке находится специальная осязаемая разметка, которую спортсмены щупают и понимают, в какой части площадки они находятся. Все игроки надевают светонепроницаемые очки, а главный инвентарь – звенящий мяч. Внутри него установлен колокольчик, по звону которого ориентируются спортсмены. Голбол развивает очень много физических качеств. Это и координация, и сила, и быстрота. Но самое важное – помогает в социальной реабилитации. Люди приходят, опять же, новые, знакомятся друг с другом. У них появляется общение. Выезжают вместе на соревнования, выезжают в другие города, знакомятся, то есть, с нашей необъятной родиной, потому что у нас сейчас очень много соревнований на территории России. Вот, это для людей просто отличное подспорье, чтобы продолжать жить и, как говорится, не унывать, не падать духом. В игре приняли участие сборная Московской области, команда из Щелково и гости из Одинцова и Пушкина. Этот турнир стал важной частью подготовки к всероссийским соревнованиям. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.